18. Потому что несколько лет назад мы затронули эту идею. Вот, очень было сложно понять, как ее реализовать, но глаза боятся, сроки делают. Вот, поэтому хочу сказать огромную благодарность министерству, министру лично, всей команде огромной, которая вместе с нами творила это все, придумывала. Вот, и несмотря на такие бурные всякие позиции в нашей прессе, вы видите, что нам это удалось. Вот. И главное, что это оценили тренерский состав, потому что для нас важно было, как вот уже было показано, полы, освещение, было достаточно функциональное. Поэтому я думаю, что этот дом станет не только домом для футболистов, комфортным, уютным, рабочим, соревновательным. Не только для заработки футболистов, но и для российских. У нас очень много уже заявок на проведение соревнований здесь, сборов, в том числе европейских сборов. Поэтому я хочу пожелать всем нашим базовым видам спорта, потому что начинать, конечно, надо с базовых. Это огромная заслуга, потому что федерация школ, которая много лет доказывает, показывает свою работу, говорит о том, что действительно они осуществляют огромнейшую работу в области. Поэтому, начиная вот с базовых видов, наша область, наша отрасль приобретет вообще совершенно новое лицо. Мы станем, наверное, лидерами, потому что ну, не только здравоохранение, это самое важное. Мы важны, мы должны стать, наверное, самой главной лидирующей отраслью Саратовской области, потому что с нас начинается все. С нас начинается и здоровье, и образование. Спасибо всем. Спасибо, Вячеслав. Поздравляем вас с этим подарком. Коллеги, у нас еще одна.